Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И как обычно, мы продолжаем рассказывать о всяких интересных событиях, которые происходят в нашей жизни. И на Сан-Мартене, на французской части, сегодня будет блошиный рынок. Блошиный рынок яхтенный. И, собственно, туда мы едем, и об этом я вам сегодня буду рассказывать. Погнали! Приехали на блошиный рынок. Здесь первая проблема — это припарковаться. Да, вот какая куча тузиков. Ну, погнали. Да. Это, кстати, бот-ярд. Да, это бот-ярд, в котором старые лодки или лодки на ремонте. Дина, стоп. Сколько всего полезно. Ага. Ага. Почему? $8. Вот это можно взять. Нам как раз для фендеров нужен мотузик. Да, Диночка? Этот моторчик стоит 250. Слушай, ну он тяжеленький. Сережа, здорово. Привет. Привет. Здорово. Здорово. Привет. Тут вся тусня. Thank you very much. No problem. Thank you. I love shopping. Может, купим все-таки ручку? Да ну, эти ручки мы купим потом где угодно. А вот я смотрю как раз. Где-где? Ага. Стрелевая правая. Это, наверное, чтобы подниматься на мачт. It's not for exercising, no? No, not for you, but yeah, you can do exercise with the mast. What? Oh, my God. One of these, you know, fancy. Hang on. But my boat from France, everything is
И нам нужен большой. А что? Она не для нашей? Она типа для слаб, ну, на хорошую погоду будет работать. Если пожестче, то не будет, потому что это для маленьких лодок. Ну, мы уже взяли. Мне такая нужна. Что это? Салат. Котик, где мы ее хранить будем? Ну реально, у нас негде это хранить. Вот, давай. Мы столько всего прикольного купили. Yes! Сейчас приедем на лодку и будем в этом барахле копаться и все-все показывать и рассказывать. Тебе нравятся, Сережа, флеа-маркеты? Я обожаю барахло, барахло всякое. Причем оно такое полезное. И такое дешевое. И такое дешевое. Например, вот такая вот газовая горелка, паяльник там за $15. Но это реально 5. Дорого, но оно стоит там под соточку. Да. Ладно, все, погнали на лодку. Ну что, друзья, вот мы и пришли с этого блошиного рынка. Страсть, как люблю всякие такие штуки. И Дина не даст соврать, что это ее любимая. Да. Короче, эти все барахляные рынки просто прикольно. Потому что ты знаешь, что есть куча всякого ненужного. То, что ты в принципе за какие-то вот реальные деньги ты не купишь. А когда это всякая мелочевка, и вот оно совсем за бесплатно, и выбросить не жалко. Вот, отличное решение. Итак, давайте разбирать все эти трежеры, которые мы... набили. Да, у нас подрались, у нас аж была два бойня раза. Даже была за предмет. Один раз мы выиграли, второй раз проиграли, ну неважно. Начнем с ролика, который у меня уже давным-давно был прощелкан, но ролик бесплатно. Теперь берем большую сумку и начинаем разбирать. Это так, моя маска. Это маска. Так как у нас будет сейчас шлифовка и уборка лодки, маска 3М. 3М, которую мы просто сделаем один полироль и выбросим их. Нет, нет, нет. А может и нет. Вентиляторы, потому что в тропическом климате у нас жарко. Почем эти вентиляторы по были? По 5. По пятерочке. Или по десяточке. Или не, по пятерочке. По пятерочке. По пятерочке. Потом я купил вот такую 5,80 штуку. 5,80 стоят. Вот такую штуку. Тоже пятерочка. У меня ее не было. Нормальная тема. Потом купили вот такую вот, такой газовый паяльник, который... Микро. Ух ты, микропаяльник. Он заряжается через обычный газовый баллон, и потом поджигается, и... Покажи упаковку. Насадки меняются. Ну, это типа этот, солдеринг, как он? Торч. Нет. Для пайки. Пайка, да, пайка, паяльник. То есть именно паяльник, вот меняется вот такая насадка, и получается паяльник газовый. Удобно, когда электричества нет, а сколько он... стоит? Этот стоит, мы заплатили пятнашку, $15, а такой стоит под сотку. Так, теперь. О. Наконец-то. Мы купили для тузика колеса, потому что те, которые у нас были, они очень тяжелые. А здесь вот эти надувные. Такие, как нам надо, такие, короче. Такие, как мы, короче, искали. И за эти колеса мы заплатили 50. 50, нормальная тема. Ну, собственно, с вот этим все. А теперь переходим к heavy duty. А, еще матрасик за это 8 мой баксов. Йогамат. Это нам нужно. Йогамат у тебя есть. Это просто попилить нам нужно, чтобы на тузик его одеть. Да. А теперь самое важное. Автопилот юнит. Это запасной юнит автопилота, который вот он. Мы поставим его номером 2, и так как у нас один есть, у нас будет запасной второй. И если в случае один у нас на Е, то второй у нас будет продолжать работать. И со всеми мануалами, с owner мануал и мануал по установке. За вот это вот все, за вот этот набор, за компас, за угол радара, за вот это все мы заплатили целых $200. Но это еще не все. Идем, покажу. Мы еще даже эти тяжелые штуки не доставали из Эльтуза. Там моя шляпа валяется. Шляпу сейчас я заберу. Итак. Мы купили газовые, господи, баллоны для дайвинга, так как мы идем в тихий.
что их где-то нам нужно взять. У нас есть два, мы хотели, чтобы у нас было заряжено 4, чтобы мы могли нырять и не думать на зарядку каждый день. Такие баллоны мы купили по 40 каждый. И теперь, внимание, внимание! Гвоздь программы. Это точно такой же винт, как нижнее с ним. У нас на лодке. Это такой же... Ой, куда я уезжаю? Подтяни меня. Короче, это такой же винт, как в нашей лодке. Стоит он, как обычно, как чугунный мост, значительно больше $1000, а может даже близко к 2, а может даже и еще больше. Короче, вот этот вот бэушный винт, если мы начнем терять части, с этого мы можем брать куски. Запчасти с того. Запчасти. И за этот винт мы заплатили $200. Поэтому я считаю, что запасной винт может совершенно... Вот. Совершенно спокойно у нас лежать в рундучке на черный день. Еще из мелочей вот такая вот фигня. Это штука, которая ломается всегда, когда вы разбираете унитаз. Вот как бы вы ни снимали мотор, вот эту штуку вы всегда отламываете. Ну и короче, теперь можно не платить €380 за мотор, а вот эту вот херотень просто вставить на место. Да. Но самое важное. Я вам говорил, что у нас была бойня. Я подошел, и у нас на лодке закончились швартовые. То есть я думал уже покупать швартовые, но, внимание, швартовые. Прекрасно. Они клевые. Во-первых, они очень толстые. Во-вторых, они очень легкие. И это типа с Дайнема. Так вот, вот такие вот швартовые, 25 метров один. Мы купили $100 за штуку. А вообще, если вот так вот их купить две, то это будет где-то 600 плюс. Однозначно. Поэтому я считаю, что это у нас покупка была идеальная. Вот хорошая. Они. Хорошая. И в тот момент, когда мы покупали, отдали деньги, я еще долго спорил с ним, торговался. Он говорит, да дешевле уже не бывает. Я говорю, ну ладно, хорошо. Уговорил, на тебе бабло. И в этот момент я поворачиваюсь, стоит чувак такой с соточкой. И тоже за этой штукой. Он говорит, ты что, 2 забрал? Я говорю, ага. Он такой, сволочи. Ну что, друзья, спасибо за то, что оставались с нами. Я надеюсь, вас этот блошиный рынок порадовал точно так же, как и меня. Потому что реально прикольное место. Оставайтесь с нами, проверьте подписку. Проверьте, поставили ли вы лайк. Написать коммент обязательно. И все. До скорой встречи. Пока.